Так, а собрали мы звездочек 8900. Угу, 8900. До 10 тысяч. Ну давай, подожди, мы где были? В сельской местности, да? Или в лесу? Давай поиграем в сельской местности. Там 10 тысяч у нас есть. Ну, давай купим мотор. Повысим. Во. Так, все, деньги потрачены. Поехали. Поехали, ребята. Сейчас посмотрим, сколько мы здесь проедем. В сельской местности. Опять-таки я купил моторчик. Моторчик, ребята, куплен. Поэтому проедем мы дальше. Надеюсь. Может быть, возможно, откроем новенькую карту. Горы, кажется, горы должны быть у нас быть. Хорошо, что когда у тебя есть машинка, и она более-менее прокачана, хорошо. Ну, вот так вот едем. Ладно, будем, короче, деньги не будем жалеть, будем прокачивать, наверное, машинку полностью. Так, а здесь нужно будет трактором, наверное, играть. Ну, сейчас мы проедем. Заработаем деньги. Вообще, по-хорошему, нужно открывать машинки. Как бы я деньги стараюсь тратить только на прокачку одного автомобильчика вот этого. Ну, а с другой стороны, ты карты не откроешь так. Потому что новыми машинками можно получать новые звездочки. И тем самым мы, ребята, откроем новые карты. Они у меня были открыты. Просто что. У меня аккаунт пролетел. Теперь мне заново приходится все это наверстывать упущенное. Ну, по-другому никак. Так что, чтобы мне не было так сильно обидно, то если ты это видишь, ролик ты меня слышишь сейчас, то поставь лайк. Ой-ой-ой, смотри, не могу заехать. Ёлки-палки, нет, только не вниз. Алё, да почему так, Алёшки? Да куда ты уехал? Да, тут скоро это самое получим. Да я не знаю, я ж проезжал здесь. Все, ребята, приехали. Кончился бензин. Я даже уже никуда не поеду. Бензина нету. А знаешь, по-другому, знаешь, как делаем? Ну вот дыра 2000 осталось. Где мы тут еще не были? Давай попробуем тогда в городе проедем. Поехали в городе. Проедем. Ну, в городе я далеко проезжал. Ё-моё. Очень далеко. Поэтому здесь, скорее всего, только что монетки заработаем. Вот. 100. 100 монеток. Так, кстати, ребята, лайфхак такой, уж как деньги зарабатывать. В химклинфрейслинге. Просто нужно вот эти вот брать бочонки. Ну, как сумочки с деньгами. Вот, 50 метров, видишь, осталось. До денег. Так реально можно 1005 заработать. Ну, конечно, если у тебя машинка более-менее прокачанная. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть не разбился. Вот еще, видишь? У меня сумочка с деньгами. Уже 120 монет, ты видишь? Немножко увеличивает количество монеток. О, еще одна сумка, так быстро. Видишь как? А в конце ролика подсчитаем, сколько денег мы заработали. Уже 4700. Угу. Так, вот смотри, опять деньги. Нифига, мне везет. Сейчас я денежки-то все свои отобью. Надеюсь. Опа, пролетели. Здесь, кстати, где-то какое-то такое место нехорошее будет. Либо вот это. Но вот я помню, что где-то они начинают падать. Конструкция. Опа, все, хорошо. Здесь проехали. Угу. В принципе, город не сложно, да, может показаться. Вот, ну вот здесь место такое, видишь, нехорошее. Чуть не разбились, нормально.
Так, я интересно, доеду до звездочки или нет? Вот, вот здесь вообще место такое сложное, опасное. Здесь вот надо. Опа! Ну, как бы оно не сильно и сложное было. Там в другом месте есть сложное место. Сейчас не знаю, доеду до этого места или нет. Надо запоминать вообще, где оно находится. О, тоже интересное такое место было. Могли бы разбиться. Вот, уже 1000 монет мы заработали. 5700 уже, видишь? Так, здесь, ну, здесь несложно. Как бы. Просто проезжаем. Опа! Есть. На колесики встали. Дальше едем. О, аккуратно, аккуратно. Бензинчик берем. Угу. Так, главное здесь головой нигде не стукнуться. Так, знак показывает. Крутая дорога. Да, ну реально, да? Вот здесь, смотри, опасно. Вот здесь очень опасно было. Да. Так, бензин не взяли. Ой, перевернулись. Блин, я засмотрелся на этот вонючий бензин. Зачем бензин сюда ставить? Скажи мне, пожалуйста. Да. Давай, город. Возьмем трактор. На тракторе поедем. Тут видишь, кубок стоит. Сейчас пройдем 1300 метров. Что-то должны будут дать интересное. Опля. Наверное, будем покупать машинки, чтобы на карте, на звездочке получать. Потому что, ну, так мы карты с вами не откроем. А если будем только чисто на одной машинке ездить. Ну, у меня получается, как бы я выкупил только две машинки. Это, трактор! И этот самый, и джип, просто машинка. Да, чуть не разбились только что. А, тут у меня только один гаджет, да, стоит, получается. С ускорителем. Ускоритель от монет. Берем монетки, зарабатываем и ускоряемся. Так вот, бензинчик мы проехали. Но тратится бензинчик не сильно вроде бы. Опля. Аккуратно, аккуратно, давай, едем. Что у нас там? Да, до звезд что-то мы не доезжаем. Еще много ехать. А, 400 метров, да? Это получается, я там разбился, да, где 400 метров? Сейчас мы это посмотрим, сейчас мы это проверим. Ну, трактор я не улучшал, поэтому есть вероятность того, что... Ух ты! Прикинь, я ковшом задел, получается, вот эту конструкцию. Блин, а как мне туда попасть теперь? В эту дырочку. А, с разгона только, если. Иначе по-другому, ну никак. Давай попробуем. Наверное, разобьюсь. Да, потому что, видишь... Блин, а что она шатается, вся эта конструкция вонючая? Капец, разбились мы. Да, да, да. Ну что ж, ребята, давайте возьмем сельскую местность и все-таки купим какую-нибудь машинку. У нас только хватает на скутер. Ну, скутер самая непутевая машинка, которая вообще тут возможна. А, ну что это такое? А, знаешь, что мы сделаем? Мы тогда не будем машинки покупать. Поедем на вот этой машинке. И будем зарабатывать деньги двойные. Сейчас я посмотрю рекламу, если так получится. Так, ну что ж, посмотрели мы рекламу. И, ребята, будут двойные монетки. Сейчас мы как раз и накопим. Постараемся накопить. На новую машинку, новую, нормальную, хорошую. Во. Скутер, я не знаю, я последний момент его буду покупать, когда у меня будут лишние деньги, потому что скутер мне не очень нравится. Может быть, он хороший, не знаю. Но он мне не нравится.
Разбиться на нем вообще легко. Ребята, если у вас получается на скутере хорошо ездить, то напишите в комментариях, чтобы я прочитал, а я увижу, обязательно прочитаю. Может быть, я не умею просто на нем ездить, потому что я его покупал, и мне ничего хорошего не получалось на нем. Ну да ладно. Сейчас мы просто двойные монетки будем зарабатывать денежки. Чтоб чисто прокачать купить машинку новую. Наверное, я куплю джип какой-нибудь. Если хватит, конечно, мне на джип. Возможно, я просто, ребята, куплю. Ой, нет, почему я разбился? Я не должен был здесь разбиваться, а я здесь разбился. Вообще нормально, да? Как обидно. Как обидно. Давайте в город возьмем. Ну, нормально все. Опять посмотрим рекламку.